Привет! Сегодня 5 июля, Московская область. Коротко о погоде. У нас по-прежнему холодно. Днем плюс 15, плюс 18 максимум, а ночью плюс 10, плюс 12. В общем, вот такая погода. А сегодня еще и добавился жуткий просто ветер. А до этого два дня был максимальный ветер. По-моему, МЧС писала там плюс 20 метров в секунду. В общем, ветрище дует, и причем очень холодный. А сегодня я хочу показать горошек, который я высевала в этом году. Буквально несколько сортов семена приобретала у огородника. В общем, семена домашние. Значит, возле прям теплицы сбили высокую грядку, короб в одну доску. Очень удобная вещь для тех, кто не часто бывает на участке. Очень удобно ухаживать, не зарастает ничего травой. И плюс еще очень удобно косить, то есть растение косилка не заденет. Затем набили вот такую перекладину, ну, палку вертикальную, и укрепили горизонтальной палкой. Все, навязали с этой стороны бечевкой, с этой стороны бечевку, и просто плетется сетка. Очень удобная штука, очень быстро вяжется, вообще никаких проблем. И довольно-таки легкая, и самое главное, вот у нас были такие ураганные ветра, и она все выдержала, смотрите. Все, это вся конструкция для горошка. Теперь о сортах. Это сорт орегонский гигант. Он действительно гигант, вырастает до 2 метров. Сейчас он уже чуть меньше моего роста, 1,60 м. Уже цветет. Такие у него красивые цветочки. Очень крупный цвет. Горошек вообще очень красиво цветет. Так, дальше, что еще можно сказать? Это уход. Уход какой? Здесь изначально была заполнена обычная огородная земля. Ничего такого. Высаживала я весь горошек рассадой. Почему так делаю? Потому что если вот набухшими семенами высаживать, то я не знаю, куда-то они потом пропадают. То ли их птицы выклевывают, то ли что, не знаю. Поэтому сажаю рассадой небольшой, буквально вот так вырастает горошек, и я его высаживаю. Ну, расстояние здесь у меня сантиметров 10-15, не стала чаще сажать, потому что горох действительно крупный. Смотрите, у него какая большая листва, листики. Все, заполнила землей, и землю огородную смешала с песком, потому что земля у меня тяжеловата. После высадки, там через неделю, я поливала зеленым удобрением, это раза 3-4 полила. И сейчас, когда он уже у меня зацвел, вот сейчас цветет, вот я его буквально вчера пролила гуматом калия. Не надо. Все, это вот уход. И сегодня, что я еще сделаю, так как идет постоянный полив, а горошку нужен постоянный полив, потому что не будет полива, лист начинает усыхать и очень плохо завязываются стручки. Поэтому земля чуть подвымылась, я взрыхлила ее обязательно. Я это проделываю довольно-таки часто, по возможности, конечно. И сегодня я немножко, если можно так сказать, подокучу горошек, ну, буквально слегка. Здесь я намешала, у меня своя огородная земля, потом перепревший коровий навоз, и я еще добавила песка, потому что все-таки земля у меня тяжеловатая, чтобы разрыхлить как-то. Но коровий навоз должен быть, конечно же, перепревший обязательно, потому что если он будет свежий, горошек моментально сгорит. Вот он чувствительный к навозу. В общем, листья пожелтеют и погорит весь низ. И все, и буквально вот таким образом я буду подсыпать землю вот так. Слегка, буквально слегка, вот. Обязательно нужно рыхлить, потому что, ну, я рыхлю, потому что у меня земля тяжеловата, поэтому доступ кислорода никто не отменял. Вот таким образом я сейчас буду подсыпать. Сорт этого горошка, вот орегонский гигант, он не раннеспелый, он даже, знаете, к среднеспелому ближе. В районах, мне кажется, где более прохладно, чем Московская область, он, наверное, будет даже позднеспелый. В общем, видите, вот таким образом я буду подокучивать, если можно так сказать. Конечно, есть у меня в этом году личинка минер.
здесь она обитает. В прошлом году у меня такого не было, честно говоря, эти года. А в этом году то ли из-за этих перепадов температурных, то ли чего, вот минер здесь поработал. Вот эти нижние листы я оборвала, вот если заметно, видите, я их удалила. Ничем не обрабатываю, потому что я почитала об этой личинке, очень сложно от нее избавиться. Нужны определенные препараты с каким-то там действующим веществом, который реально будет работать на эти личинки. А этот препарат очень сложно найти. Он продается в основном в таких упаковках, знаете, в больших промышленных, и очень дорогой. Поэтому, а вот этими всякими препаратами нашими российскими ничего это не действует. И этот горошек надо будет заливать постоянно этими препаратами. Поэтому я не посчитала нужным вообще ничего с ним не делать. Вот растет и растет. Оборвала сильно такие уже поеденные листики снизу. Сейчас подсыплю. Вот видите, немножко оголился. Подсыплю просто землю. И все. И больше ничем обрабатывать не буду. Тем более, знаете, он же начинает уже у меня цвести. Поэтому, ну, смысл. Сегодня мы еще с утра уже сходили в лес. В Подмосковье здесь ближайшие ездили. Хотела грибы посмотреть, но грибов нет еще. Собрали только черники, так, знаете, поесть. И набрала вот коровый компост. То есть это сгнившее хвойное дерево было. И я полностью возле ствола все перегнило. Видите, вот вся кора гнила. Это для удобрения голубики. Я сегодня буду подсыпать под голубику, под корни. Так, ну что, мы дальше о горошке речь идем, ведем. Это сорт капуцинос. Технология вся та же самая. Видите, все подвязано. Тоже высокорослое растение. Смотрите, здесь я уже подсыпала. Подокучила, можно так сказать. Вот, слегка. Потому что земля при поливах вымывается. В любом случае, сейчас были дожди. И как раз он подкормится слегка. Так, это горошек обычный зеленый. Тоже лопатка у него большая. До 9-10 зернышек в лопатке. Тоже довольно-таки крупный. И цветет. Но цветок уже чуть-чуть меньше, чем у орегонского гиганта. Смотрите, какой красивый. Кипельно-белый цветочек. Следующий сорт — это афила. Очень интересный. Также расположен на высокой грядке. Я его уже подокучила. Вот. Очень интересный сорт. Уже в частной коллекции приобретала. Смотрите, у него практически нет листвы, а вот такие усики. И к нему описание, что его вообще не нужно подвязывать. Он, соединяясь вот так своими, можно сказать, ручками, он друг друга держит. Видите, и выстраивает такую сплошную стену из переплетения вот этих вот мелких веточек. Смотрите, как это все. Они как паутинки. И листвы очень и очень мало. Здесь где-нигде она вырастает, а в основном это просто сплошные усики. Тоже цветет. Белые такие цветы тоже красивые. Он не очень высокий, до 1,50 м и до метра. Но все равно я его на подвязку поставила. Посмотрю, все-таки я побоялась его не подвязывать. Хотя, вы знаете, он настолько сильно переплетается, видите, что он даже угнетает листву. Вот он между собой так переплелся, что листья все свернулись в клубочек. Вот так. Ну, в следующем году попробую не подвязывать его. Это сорт афила. Так интересно он растет. Следующий сорт у меня — это сорт фиолетовый. Но эта красота вообще необыкновенная. Цветет вот такими цветами. Цвет очень красивый и пахнет. Так, высокорослое растение. Тоже до 2 метров. Мощная. Смотрите, какая у него листва. Вот моя немаленькая рука. И вот один листик.
очень мощное растение, довольно-таки большие стебли, толстые. Здесь совсем немножко посадила для пробы, буквально полгрядки. А здесь полгрядки — это обычный горошек, низкорослый, вот беленький такой. А это сорт фиолетовый. Стручок у него тоже довольно-таки крупный, по 9-10 горошин, но сами горошины не фиолетовые, они обычные зеленые, а сама лопатка, она пурпурного будет цвета, вот такого цвета, вот, как цветочка. Тоже я здесь еще его не подокучила, тоже буду досыпать земельку. И, между прочим, хочу сказать насчет этого минера, вот этой личинки, что чем этот горошек хорош, что здесь вот афила, да, мало листвы, получается практически одни вот такие усики, и листву он практически не поражает. Поэтому в этом плане, наверное, вот горошек афила очень выгодно выращивать. Вот такие сорта горошка у меня в этом году. Еще я буду на этих выходных замачивать горох, такой обычный, от элиты. И хочу так где-то везде его повтыкать, пускай будет. Потому что в этом году хочу я все-таки законсервировать горошек, попробовать. Никогда этого не делала. Поэтому мне его нужно очень много. Потому что мы его свежим едим очень хорошо. Плюс я его еще обожаю просто замораживать и зимой добавлять в супы. У меня ребенок очень любит, когда вот такие яркие зеленые горошинки плавают в супе. Вот, и консервацию хочу все-таки попробовать, как это получится или не получится. Несложный уход у меня за горошком. Надеюсь, что у меня он вырастет. Чего желаю вам. А у меня на сегодня все. Заходите на канал, подписывайтесь. Всем пока!